said, little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the store, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get caught. Никитос, можешь нам рассказать, что у тебя за лодка и сколько она стоит? Самая простая. Стеклоткань, Сергей Викторович сделал, полис у нас. А ценник? Да, бесценно. Such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe. Вот мы и на море, нет, не на океане, мы на заливе. Что-то волны здоровые так-то. Пацаны приехали на лодках покататься. Я так, поснимать контент, потусить. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Самолет! Вот, вот идет укротитель волн. Че, как оно? Блин, счастливее у меня на голоде собаки, короче, которые бегают везде на пляже. Сейчас мы купаться пойдем. Мы купаемся в марте! Искупались в марте. Как оно? Супер круто. Заход в воду номер два. Оп. Опа. Оп. Значит, вот так мы съездили на побережье океана. Я брал лодку в надежде покататься по волнам. Но что-то посмотрел на пацанов и немножко очканул. Поэтому сам искупался. Тоже хорошо. Вид за мной просто шикарный, согласитесь. После купания мы идем на обед. Обед в нашем пакете. Еду готовили сегодня утром. И вот идем сейчас с пацанами любоваться океанами, кушать вкусные котлеты. Сейчас у нас новое задание. Нужно по камням Нужно по камням забраться наверх. Оп, оп. С пакетом-то посложнее, чем ребятам. Приятного. Привет, приятного всем. Аппетита. Приятного аппетита. Спасибо вам. Всем приятного аппетита. Ребят, что самое вкусное было? Салат или котлета или мандаринка? Салат, который Витал порезал. Не только я его резал. Еще и Никита. В эту сторону мы шли по тому пирсу. Сейчас, видимо, прибой начался. И обратно уже с ним не получится пройти. Дети на пляже безумно рады таким волнам. Они тут вообще бегают, веселятся вовсю. Прям как мы. Still so dog a deal.